Ваше высочество, прошу, простите меня. У меня не было другого выхода. На этот раз его императорское величество был так настойчив, что мне просто пришлось решиться на эту безумную затею. Успокойтесь, Натали. Вам незачем оправдываться. К тому же это была моя идея притвориться любовниками. Но это очень опасная игра. В дворце ходит столько сплетен. Мне нет дела до того, что будут болтать глупые фрейлины. Это их единственное развлечение. Я боюсь не за себя, а за принцессу Марию. Вдруг она узнает. Мне бы так не хотелось причинять ей боль. Она такая добрая и искренняя. Натали, подумайте о себе. Мне кажется, отец не поверил в искренность наших чувств. Нам нужно продолжать наш роман. Если вы, конечно, не против. Да, Александр. Я вам так благодарна за вашу помощь. Ваше высочество, зачем вы поднялись с постели? Вы еще не окрепли. Спасибо, Наталья, но мне намного лучше. Будущая императрица должна быть крепкой и выносливой. Так сказала государыня, она сегодня навестила меня и была очень добра. Позвольте мне покинуть вас, вам, вероятно, нужно поговорить. Нет, нет, Наталья, останьтесь. У меня от вас нет секретов. Я очень рада, что вы не позволили скучать Александру, когда я болела. Мне очень не хватало вашего общества. Я рад вашему выздоровлению. Благодарю вас. Гессен-Дармштадт, у меня очень много друзей. А здесь вы самые близкие люди. Вы, Натали. И вы, Александр. Я рада, что мы вместе. Я доверяю вам во всем.